Всем привет, с вами Блику, сегодня будем снимать Vine World, это моя первая серия на Vine World, и многие спросили у меня лично, где видеоролики, и я не пускал их, потому что, ну, во-первых, у меня был гипс, это такая причина, гипс же не на руке, а на ноге был, типа, что-то такого, но я лучше передождал, и, наконец-таки, начал записывать видеоролики стабильно, примерно раз в 3 дня, тем более еще и каникулы начались. Смогу записывать видеоролики почаще. Может быть, раз в 2, раз в 3, ну и редко, наверное, раз в неделю. Но это вообще, наверное, очень редко будет, когда я буду очень супер-пупер занят. А так, в свободное время буду уделять видеоролика. Ну, почти все свободное время. Поэтому хотел сказать вам спасибо за то, что вы подписываетесь на канал, ставите лайки. Ну, а мы начнем. Так, и пойдемте сыграем, пожалуй, на блок-парти. Почему бы и нет? Заходим в этот сервер. Выбираем игру. Первую. Ну, я ставлю на паузу, когда мы уже все это дело начнем. Ну, вот началась игра. И я уже начинаю игру. Это надо найти цвет. Ну, я же читер, да? Я же знаю, вот этот цвет. Да, это точно про этот. Застыл и сдох, и 2 человека упало. Да, это тот цвет. Поэтому на нем будем. Еще скайбарс запишем сегодня. И если вам понравится, и вы напишите «хочу билбаттл», ну, тогда я сниму, пожалуй, еще и билбаттлик. Почему бы и нет. Продолжаем. Так, что-то вот этот цвет 100%. Да, все, я нашел цвет. Какой-то пацан рискованный, чтобы стать сюда или туда, он прям, ну, самый конец. Да, это этот все. Вот видите, тут все читеры, они все ставят вот так. Тут, к сожалению, я не пишу стрим, поэтому это не про меня пишут. Что это я пишу, типа стрим. Коричневый цвет. Вот он, все, я на нем. Я как-то маленько успеваю, но мне кажется, что сейчас я солью. Нет, я нашел новый цвет. Его здесь довольно много, но кажется, что его мало. Очень мало. Я не успел, почти все упали. Ну, давайте сыграем еще какую-нибудь игру. Давайте пойдем вот сюда. Нет, не знаю, пойдем на третью игру. Ну, я опять же ставлю на паузу и возвращаюсь тогда, когда игра начнется. Ну, вот началась вторая игра. Давайте начнем уже бегать, искать блоки. Я нашел уже первый блок. Также играю я на Vine World. Ну, еще спрашивали у меня, думаю ли я делать стримы, и если я буду их делать, то с кем? Ну, не знаю, у меня есть 3 человека, с которыми я могу сделать стрим, один человек, который вообще не записывает видеоролики, один, о котором вы еще не знаете, и это такой небольшой секрет, мы скоро с ним будем снимать вместе летсплеи, и человек, с которым я снимал дуэль в КС-ке. Вот, вы можете также на него подписаться. Ссылочки на него я, конечно, не оставлю, потому что я тут не пиарщик. Поэтому в этот раз обойдетесь и без ссылочки. Если вы хотите найти, то ищите дуэль. Полику против... Я упал. Полику против The Name SK можете подыскать себе именно того, кого хотите посмотреть. Он не выпустил нашу дуэльку, как я и говорил. Не знаю почему, он выпустил какую-то подборку. Кстати, КС-очки, CSGO, печеньки, ну, типа. Но мы сейчас не об этом, я пойду в Skywars. Skywars Solo, Skywars Team. Давайте Skywars Solo и вот пойду куда-нибудь сюда. Но опять же ставлю на паузу, возвращаюсь тогда, когда уже я появлюсь. Ну, а вот я появился, нам дают обшарить сундучки. Опять же, многие скажут, почему ты все время сливаешь в играх. Ну, наверное, потому что в последнее время я не так часто играю в Minecraft, а играю в кое-какую игру. И если вы хотите, чтобы я снимал именно эту игру, ну, пока не скажу какую, а вот когда наберется «хочу игру», я и под этим видеороликом напишу, какую игру я хочу снять. И если вы хотите поугадать, какую игру я хочу снять, тогда свои предположения можете писать в комментариях. Но, мне кажется, не найдется человек, который правильно ответит, потому что, не знаю, но все мои друзья снимают эти игры, но просмотров они толком-то и не набирают. Я вот не знаю насчет себя, наберут ли у меня эти просмотры, эти видеоролики. Вот. Я уже строюсь к другому противнику. Не умею строиться как профессионал, без шифта, и строить как обычный игрок. Потому что на ваймике я играю не так уж и часто.
поэтому. Ай, на меня напал какой-то мудрец ссаный. Я его еще и убил. Мне кажется, он зафукашил как-то. Кстати, у меня уже может быть сейчас фул маска. Почти фул маска, нифига у него удочка. Такие шансы были. Подача, прочность. Неплохая удочка. Была. Нагрудник. Мне нужны крутые поножи. У меня их пока нету. Ай! У меня еще лук появился. А, вместо чего его поставить? Мне вместо лавы давайте поставим лук. Стрел на него 20 штучек. Много ни мало не знаю, но именно 20 штучек. Давайте, можно на этот остров построиться. Может, у него что возьмем? Так. Наденем более крепкий шлем. И старый выкинем. Просто к чертам его выкинем. Извините за такие слова, но мы его прям туда, ну, текстом и выкинем. Чтобы он нам не мешал. Ага, здесь эти сундуки, походу, уже облутаны здесь, да? Да, здесь уже кто-то был. И он уже строился на центр. Сейчас я выкину из своего инвентаря лишние вещи. Нет, главы мне пригодятся. Кирки, мечи, которые вообще не нужны. Золотые, ну, это вроде я не знаю, почти такие же. Ну и все остальное, думаю, мне здесь пригодится. Особенно блоки, потому что вот эти 31, мне кажется, их хватить и не сможет. Но, мне кажется, тот чувак был жестким, который простроился на центре. И, ну и у него тут тоже все обшарено. Сюда единой капельки, кроме опытов, он забрал. Еще такую фишку недавно нашел на Ваймике, что можно из обычных ресурсов добывать себе вещи. То есть, вот я добыл, мне сейчас ничего не дали, окей. Давайте я добуду сейчас еще что-нибудь. Вот опасно добывать красную пыль. Вот стол. Вот такие, видите, оп, и ресы падают. Вот, ну, правда, из железа падают ресурсы вообще вам не нужны. А вот из алмазов падают нужные ресурсы. Вот, видите, мой алмаз. Мне выпал жемчуг эндера. Вот, видите, допустим, жемчуг эндера мне пригодится еще. Я с ним могу впихаться к рандомным игрокам. Вот. Поэтому этот сундук довольно полезный. Давайте удочку-то выкинем, а то она подачу маленькую делает. Через себя откидывает. Это вообще чуть не упал, реально. Так, куда-то пихнуться я не знаю. Давайте попробуем миткануть. Миткануть. Есть. Попал именно в это место. Сейчас попробую. Спануть его с лука. Ой, как он меня заметил? Вроде дело не хуйное. Нет. А мы с ним наедине остались. В студии. Ну все, я сразу однозначно, потому что плохо ПВП, что все, он был почти фул алмазником. А мне получилась довольно интересная игра, он еще сам упал. Давайте сходим на еще одну игру Skyversy. Ну и думаю, на этом мы можем уже будем заканчивать. Ну давайте я зайду в Skyversy. Опять пойду в соло режим. Окей. Тут я выберу игру, точнее остров. Ну и как по традиции вернусь, когда начнется игра. Вот я уже вернулся к игре и могу залутать первый сундучок, который мне тут предлагают облутать. А следующий сундучок находится где-то здесь. Ну ладно, я расскажу вам эту игру. Это игра, которую я хотел снимать. Что-то это неожиданно расскажу эту игру. Игра, которую я хотел снять, называется Clash Royale. Она есть почти у всех моих одноклассников, но реально почти никто не снимает. И если кто-то, наверное, снимет, то она наберет мало просмотров. Поэтому мне страхово это делать, потому что гарантии того, что это видео довольно хорошо зайдет вам, это несерьезно. Поэтому устраиваем голосование, пишем в чатике «Хочу Clash Royale» или «Хочу
допустим, build battle, да? Пишем, хочу билдик, если хотите build battle, и хочу клэшку, если хотите clash royale. Тут уже по вашему выбору и вкусу, как вы захотите, то я буду снимать. Не, без разницы, и в то я играю, и могу снять. Что-то я заговорился, давайте сходим тут в рудничок, добудем здесь вот этот вот лазуритик. Мне дали ускорение. Ускорение мне дали вроде по ботинкам. О, мне дали в суперкинку. Ускорение мне дали вроде в копании. Что это ускорение делает? А может, мне просто дали ускорение? Типа, что я стал бегать быстрее. Откуда я знаю? Нет, бегать я не стал быстрее. Наверное, я стал быстрее копать. Эти дерево. Да, я стал быстрее добывать что-то. Вот алмазы выпали. Верстака здесь нет, но и мне его лень делать. Давайте начнем строиться кому-нибудь уже. Тут уже был на центре, видимо, сундук тоже тот уже своровал. Я, наверное, прыгну в воду и поднимусь к нему на остров. Потому что, ну, сейчас главное простроиться, чтобы меня не столкнули. Но если вам зайдет этот рубрика «Игра на моем ворлде», тогда я тоже буду стараться уже учиться строиться без шифта. Вот. Если зайдет и вам не понравится, то я могу вообще его не снимать. Также, вот многие говорят, что ты спрашиваешь в видеороликах те вопросы, которые не по летсплею. Но многим вдруг не понравится вам, и они не захотят писать в комментариях это. Ну вот, если вам не нравится, то пишите обязательно. Мне и вашему комментарию, если вы напишите, допустим, фу, мне не нравится Вайм Ворлдс, может что-то другое, я этот комментарий посмотрю, может быть, его и прокомментирую, поэтому обязательно оценивайте видеоролик. Я строюсь уже к центру от его острова, потому что, ну, тупо это ближе будет к центру. Что-то мне не подфартило, и я не смог простроиться к центру сначала и забрать топовые сундучки. Вроде бы долетел. Так, мне кажется, я не смогу попасть обратно. Окей, не придется быть на центре. Вот тут фуломазники почти ходят. Что я один такой крошка My Little Pony тут сделаю? Я же тут просто играть не умею. Можете пощадить меня. Нет! Я упал! Как так? Как так? Ну, не знаю, заканчивать ли на этом или нет. Можно сыграть одну карточку Детрания, думаю. Все, давайте сыграем Детранчики еще один разочек. Выбор игры. Какой еще один? Просто разочек сыграем на Детране. Может, два раза. Так что тут и не важно, как бы. 4, 3, 2, 1. Гол мне пишут. И не только мне. Как-то я подзапоролся немножко на старте. Ну и тут нехило подзапираюсь. Блин, что-то я свалился отсюда. Что-то я подскальзываюсь. Запрыгиваю. Сейчас выйти, как у Соника, ноги реально двигаются. Что это? Стоп. Тут уже дошел и получил 8 коинов. Ну, и все, думаю, это можно заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был я, Поликун, и всем пока. Пока-пока.